Hey there! Footages for this video were provided by our friends from the Pletshead Slavyansk channel. These guys are looking for the soldiers who died during the World War II. Find the link to their channel in the description below. Уже будем когда второго бойца доставать, наверное. Телефонную трубку сейчас заберем, наверное, этот сразу. Телефон помешал. Ходить неудобно. Иди смотри. В принципе, такой телефончик отстрел немецкий, точный. Так. Опа. Трубка телефонного аппарата. КЗ. Наган. Так а шо красная? А нага? И сверху, не знаю. Наганчик, глянь. Прикольно. О, вот это. Так в стенке считаешь, да? Надо стены пробивать все. Ну так с виду был целик уже. Ох, сейчас он выйдет. А, тут тряпочка, наверное, была для протирки. О, даже щечками. Ты посмотри на него. Такой милый, пластмассовые щечки, вот такой вот. Прикольно, да. Вот так, говорил, что с под нагана. Кобура, да. Знаете, а подержи вот этот. Покрути. Подубитый, конечно, но на экспонаты в музей как раз тут. А той стороны покажи. Да. Стеночка пошла. Вот стена. Чего-то по стену ведем. С деревом, к сожалению, уже нормально не получится вытянуть. Но вот что-то вот так вот. В принципе. Это карабин. Карабин, да. А, МКшка. Да. 9-10. Леха, должна быть где-то винтовка еще одна искать уже. Есть же ремень сюда. Ну да, ремень есть. А дело в том, что она на входе могла торчать из выхода. Патроны брошены. Видно, не сработаешь. О! F1. Да, еще. С предохранительным колпачком. О, еще и крутится, Вась. Смотри. С предохранительным колпачком от пальцев сразу. Раз, раз, раз и открутил. Ну, короче. Да не, наверное, длинный, потому что долго крутится. Впечатление такое. Поломался, блин. Лопнул. Красиво. Опа! А вот он и ствол сменный. КДП-27. Дудка скручена. Вот такие вот сменные стволы шли к пулемету. Ох ты, елки. Фу, с подачей ленты осталось, глянь. Даже часть ленты на подаче. Вот такая вот железяка. Это МГ-34. Да, это плугом зацепил. Плугом, да? Угу. Нет, сошки на месте, значит, он не с такого. Не с этого, значит, еще где-то есть. Надо искать. Ну да, приклад ударенный. Вон ремень идет дальше, часть ремня, остатки. Ручки. Ну, а ну покажи этот. Крути. Вот он. Пулемет МГ-34. Стандарты. Все, ясно, убирайте его. Да. Дальше идет ящик с МГ. Показал.
Такой трухлявый, конечно. Вот тут и плугом цепляло, по всей видимости, неоднократно. Ой-ой-ой, наверное, с лентами, да? Снаряженный. Не успел этот гансик, наверное, пострелять. Ну и хорошо. Потом, наверное, что ленты и торчали с него прям, с ящика. Вот они. А ну, покажи. Ух ты, ё-моё, ничего себе. Вот такой вот, ну покрути, что там за шлем. Сороковка? Да. Ну там и птица будет, если вылезть. Ну такой вот барахло еще есть. Шлем хороший. Да, вверх ногами шок положить. Подбородочный. Ну да, и разгрузка полностью. Теперь с этим делать барахлом. Очень печально. Гильза 76, да? Ну да. Ух ты, там она как земля забилась. Советский шлем. Да, с дырою, блин. Ой-ой-ой, хорошо, конечно. Вонзила в голову. Еще один гильзач. Семьдесят шестой пушки. Чат. БК в полном. Не полный снарядил. Половину снарядить успел. Так, и следом идет ящик к пулемету Максим. Рваный. Побит осколками изрядно тоже. Ох. Что-то он цепляется, да, там? Да. Разорванный. Да, а так все не был. Ударенный вниз. Да, это лучше. А так файный. Разобранный. Полный, что ли? Ну, каска, да, обычная. Что-то не видно там бойца. Две. Чисто просто шлем, походу. Пустой, без головы. Так зато искры полетели. Вот обидно. Ну, в затылок был удар, видишь. Ой-ой-ой, ну да, тут ее подколбасило. Сигнал начали вкапываться, пошли гранаты, 2F1, РПГ-40, вот кительный крючок, пошли части маргариницы немецкой, но пока ничего не видно еще. Граната немецкого гранатомета на ствольном. Пятерочка. 5-0 или 60?
Там мы в отвале нашли жетон. Инфантерия. Обычно. Инфантерия и эрзац батл. Такое тоже и на часть затвора.